сентябрь 2017 года продолжается строительство станции метро Беломорская. Сейчас мы подойдем поближе и заглянем за забор строительной площадки. А вот такой вот вид открывается с 12 этажа дома 26 по Беломорской улице. Это один из средних подъездов. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Самым болезненным вопросом является сроки окончания строительства. Экскаваторы что-то зачерпывают, типа земли. Скоро у жителей этих домов появится метро в пешей доступности. Вот еще один домик строится там. Жители закрываются уже шлагбаумами в окрестных домах. Вот. Потенциальных машин, которых станет больше после открытия станции. Ну, например, вот эти вот три высотки еще пока не огорожены шлагбаумами. Мы подходим к входу на стройплощадку. Перед вами проезд, который используют жители дома 26, чтобы проехать к своему дому. Вот еще почему-то за стройплощадкой поставили два контейнера для охраны. Прямо здесь еще рядом мусорка находится. Вот. Вот этот небольшой аппендикс используется снова для хранения материала. Здесь раньше были гаражи. Вот, наконец, у нас стройплощадочка. Построили для пешеходов удобный навес, по крайней мере от дождя спасает. Есть еще удобный въезд на стройплощадку прямо с Беломорской улицы. Давайте сделаем покрупнее. Какие-то обломки, видимо, здесь находится тюбинга, который они там правильно называется. Прохода для пешеходов здесь уже не осталось, поэтому мы на свой страх и риск пойдем вдоль проезжей части. Здесь как раз расположен выезд со стройплощадки. И перед вами котлован станция.
задние ворота для выезда со стройплощадки. Давайте быстренько посмотрим. Вот грузовики помыли колеса и готовятся к выезду. А это вид самый восточный участок. Смольную улицу расширили до 4 полос. Поставили такой вот экран. Мы идем теперь вдоль восточной части и посмотрим, что здесь у нас. Здесь обзор загораживают грузовики, подъемные краны. Работы не прекращаются даже сильно. Прилегающую территорию заботливо моют водой.